Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школа рисования. Здесь легко научиться приемам и навыкам изобразительной грамоты каждому, кто чувствует в себе потребность в творчестве, каждому, кого влечет самостоятельная художественная деятельность. Сегодня мы с вами будем рисовать перец. Овощи. Мы продолжаем с вами серию передач на эту тему рисунков овощей и фруктов. Рисование овощей мы будем осуществлять с выявлением внутренней структуры, внутреннего строения изображаемого объекта, конструкции изображаемого объекта. И здесь важно следовать этапам. Вот на первом этапе происходит построение изображения с выявлением внутренней структуры. На втором этапе уже происходит выявление формы и объема с помощью светотени. Но здесь важно следовать еще и определенным шагам и стадиям. Ну, во-первых, вы берете лист бумаги. Вы должны его укомпоновать. Что значит закомпоновать изображение? Это значит сделать так, чтобы изображение не было маленьким, не казалось маленьким в этом листе, или не было чрезмерно большим в этом листе. А потом уже вы начинаете строить оси, выявлять сечения, пропорции, определять изображаемого предмета или объекта. И на третьей стадии вы уже уточняете очертания овоща, в данном случае перца, и уточняете конструкцию, и на четвертой стадии наносите общую тень легкой штриховкой. И тогда сразу выявляется форма. А потом на пятой стадии уже прорабатываете светотень, разбираете, как ложится у вас тень, полутон, рефлекс, где находится свет, блики. И на шестом этапе происходит детализация при одновременном обобщении рисунка. Цель нашего занятия – это формирование навыков аналитического рисования. То есть сначала мы определяем композицию листа, а построение объекта начинается с проведения осей симметрии, если они есть, дополнительных и основных линий построения, которые, кстати, не надо от них избавляться, и которые очень важны и нужны. Мы ищем либо диагонали, либо наклонные, либо горизонтали и вертикали. Можно с помощью отвеса. То есть это ниточка, на которой подвешена, ну, допустим, резинка, какой-то грузик, отвес появляется. И находим геометрическую первооснову объекта. Определяем пропорции с помощью измерений ширины к длине или одного предмета к другому. Вот это методика. Если пропорции объекта изображения и светотеневые отношения переданы правильно, то мы получаем объемное изображение в трехмерном пространстве. Мы получаем с вами материальный объект, в котором будет чувствоваться блеск кожицы перца, которого мы сейчас и будем рисовать. И более того, вот в данных заданиях вы научитесь осмысленно выбирать тип изображения, ставить постановку для рисунка, правильно ее освещать, и получите информацию о том, как с помощью разных линий и штрихов передавать форму и объем предмета, а также пространство вокруг него. Вот аналитическая точность рисунка приобретается именно за счет целого цикла данных упражнений. Ну а теперь давайте приступим к работе. Вот перед нами находится перец.
Я взяла чистый лист бумаги, и мне нужно найти сначала композицию. Я строю такой паровозик, то есть я укомпоновываю изображение, чтобы оно казалось не большим и не маленьким. Можно сначала сделать вот такой форэскизик и вот найти вот этот масштаб, массив, объем вот этого перца, как он будет в листе. Причем делать это нужно сразу с тенькой. Схема такая, схема. И здесь у нас тоже схема. Может его подвинуть влево, может вправо, но мне кажется, что вот так лист кажется укомпонованным, он уравновешен, и вот здесь вот уже пойдет такая тень. Вот я закомпоновала так. Ну, а теперь вообще перец сам по себе, если его взять и разрезать, сделать продольный разрез, поперечный разрез и посмотреть, что внутри, то, в принципе, вот он вписывается вот в такую структуру. Посмотрите. Я советую вам, прежде чем рисовать этот объект, сначала сделать, проанализировать его, конструкцию. Вот у нас этот перец, вот можно, если продолжить, вписать вот в такой треугольник. Можно найти ось туда, и здесь ось диагональ поперечную. Если разрезать перец, то мы получаем вот такую внутреннюю структуру. Если разрезать поперек, то вот такая структура получается в среднем. Если посмотреть его, этот перец, вот с фронтальной стороны, то вот мы можем зафиксировать такую схему. Вписывается в квадрат или в прямоугольник. Вот это очень важно. То есть вы рисуете и понимаете, как устроен объект. Ну а теперь мы перейдем уже к рисованию нашего перца, который перед нами находится в студии. И как я уже говорила, вот можем найти эту ось, туда пойдет, и ось, которая вот так идет. Да? И мы видим, что здесь у нас овал. Вот. А здесь вот такой, можно сказать, треугольник, но он усеченный, даже конус усеченный. И пропорции мы определяем, вот, вот измеряем вот этой ширины к этой длине перца. Вот я это беру на карандаш. Раз. И вот так. И щурюсь. То есть у меня получается, что вот эта вот длина, она равна вот этой ширине. То есть я чуть-чуть ошиблась. Вот здесь шире будет. Но будет шире за счет вот этих, опять-таки, таких образований. Да? Вот так вот. И здесь у нас вот заканчивается. И мы вот с вами видим, как он устроен, этот перец. И здесь уточняем по рисунку, по пластике, чтобы был именно этот перец, а не абстрактный. Вот я его так построила, и здесь уточняю еще вот эти ползущие тени. Вот так вот. Ну а потом, друзья мои, я... Вот общая тень у нас вот так идет, падающая собственная. Я вот эту часть легкой штриховкой вот так вот заделываю. А потом мы уже
вот эти градации в тени и в цветах мы начинаем делать. Следим за качеством штриха, чтобы он был красивым. Параллельные должны быть линии по отношению друг к другу. Всматриваемся в тень, как там идут рефлексы, располагаются. И как соотносятся между собой тени, полутона, рефлексы. Вот на цветах можно брать карандашик потверже, штрихи делать более короткие, блики оставлять светлыми, белыми. На цветах. А тень такая мягкая. И вот эти опять-таки переходы важны нам от цвета к тени. И штрих нужно класть по форме. Вот круглая форма, значит, вот эту округлость мы и показываем. Здесь такие формы органические, обтекаемые. Когда мы рисуем, мы должны понимать внутреннюю структуру предмета и передавать внешнюю фактуру предмета. И стремиться делать вот этот рисунок такой прозрачный, легкий должен у вас быть. И каждая линия, каждый штрих, каждая растяжка тоновая, они должны быть осмысленными. И, конечно, вы всматриваетесь в натуру. У природы, у натуры нужно учиться совершенству формы. Вот мы здесь должны прищуриваться с вами и видеть, вот, что вот эта часть самая плотная вот у нас, и мы должны ее усилить, сделать контрастней. Набираем этот тон. Подходим от собственной тени, подходим к тени падающей. Подчеркиваем горизонтальную линию стола.
тоже не делаем это все однотонным, а она тоже с растяжкой, эта тень идет туда вглубь. Иначе, если мы будем делать эти черные и светлые такие дырки, то у нас объема не будет, у нас будут именно дырки черные и светлые. И дальше здесь я опять-таки уточняю объем, форму. Ну вот, кстати, я могу показать здесь еще один вам рисунок, чтобы вы понимали, к чему нужно стремиться. Вот, выполненный мной для передачи. Посмотрите, здесь я нарисовала перец. И вы, наверное, можете почувствовать вот эту блестящую кожицу, фактуру, твердость. И нарисовала рядом половинку перца разрезанного, и вот как раз здесь речь идет о структуре, внутренней структуре изучаемого предмета, и дала здесь вот плоскость стола и подчеркнула это движение вглубь. Вот, собственно говоря, здесь, в нашей студии, мы должны тоже к этому же стремиться, к объемному рисованию и к передаче материальности объекта. И я продолжаю штриховать. И заодно вот делаю контур именно этого перца, который перед нами в студии, не абстрактного, а именно этого перца. То есть вот эта линия, она может сюда выходить, так быть пластичной и оконтуривать предмет. А где-то она уходит и становится, сливается с тоном. Вот мы еще и еще уточняем. И вот этот контур опять здесь выводим сюда, уточняем. Вот находим особую пластичность натуры. Выявляем эту пластику. Именно природа способна дать нам это многообразие форм и объемов, которыми мы можем безраздельно восхищаться. Не должно быть такого чередования черное-белое. Должны быть растяжки, плавные тонкие переходы от одного места к другому. Вот эти запады форм и блики. Пожалуйста, если вам кажется, что вы затерли какой-то блик, но у меня еще этого нет, то вы можете вот взять резиночкой, подчеркнуть это белое пятно. Здесь тоже взять, подчеркнуть это белое. И здесь тоже. Но дальше все равно продолжать делать форму. И вот эти вот кусочки отдельные. Каждый кусочек, вот как он туда заходит. И здесь то же самое. Вот так мы и работаем. Это принцип рисования. В анализе формы и объемов. И я опять-таки в конце прищуриваюсь и
усиливаю контрастность на переломе света и тени. И здесь опять-таки вот надо уже дальше подчеркивать падающую тень. И собственную тень. Мы словно вот так вот испещряем рисунок нашими штрихами, которые ложатся по форме и выявляют объем. Конечно, я могу здесь дать еще намек на пространство там, в глубине, и подойти немножко тоном к световой части перца. Таким образом, сегодня мы сделали шаг вперед и освоили новые приемы и методы изобразительной грамоты в нашей телевизионной школе рисования. До свидания, до новых встреч, творческих вам успехов!